Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, который позволит вам быть в курсе всех событий, которые происходят в нашей игре. Хотите знать о том, что будет в игре в будущем? Хотите видеть абсолютно честные обзоры на танки, которые выходят на продажу, либо только появляются в игре? Видеть, что вам может выпасть из той или иной рулетки, или из того или иного контейнера? Хотите знать, что действительно стоит покупать, а на что вам стоит закрыть глаза и пройти мимо? Обязательно подписывайтесь на данный канал и жмите колокольчик для того, чтобы не пропускать уведомления с этого канала. Кроме того, буду благодарен, если вы лайкните данное видео за мои труды и старания. В этом видео мы сегодня с вами поговорим по поводу события, которого все ждали. Я, в частности, ждал очень сильно. И это событие начнется буквально через пару часов. Что это будет и что мы оттуда получим, расскажу буквально через пару секунд. Ну а пока сделаю маленькое объявление. Если вас интересует вступление в хороший, толковый, грамотный, а главное успешный клан, обязательно отправляйте заявки в один из кланов Альянса ГСН. Суммарно Альянс ГСН начисляет 8 кланов. И сейчас вы на своих экранах видите список кланов с количеством вакантных мест в каждом из них. Отправляйте туда свои заявки и будьте участником толкового игрового сообщества, в котором приятно находиться. Все мои кланы выполняют клановые боевые задачи и закрывают полностью все недели, забирая максимум наград. Все игроки кланов прошли абсолютно спокойно все клановые ивенты, которые были, и забрали желаемые машины. Поэтому, если вас интересует вступление в один из кланов, отправляйте заявку, я вам ответ сброшу, правила клана, которые необходимо будет соблюдать. И да, ваша статистика игровая нас абсолютно не интересует. Нам главное, чтобы вы человеком были нормальным. Ну а в отношении минимального требования, да, оно действительно есть, не менее 800 боев на вашем счету и наличие танков хотя бы 8 уровня, причем не обязательно премиумных, проходники тоже подходят. Милости просим, ждем ваших заявок. Ну а теперь по поводу того игрового события, о котором я говорил. Буквально через пару часов в игре откроется абсолютно бесплатная подписка, которую стоит не пропустить, потому что если вы пропустите хотя бы один день, то не сможете забрать себе умопомрачительного СТРВ-81. Стоит отметить, что это коллекционная машина, ну и соответственно продать ее можно будет за 3750 голды, хотя лучше оставить, чтобы напокататься. Что вы сможете забрать из этой подписки? 250 голды, экраны, обвес, антенны, которые вам понадобятся на август месяц, поэтому забирать их стоит уже сегодня, а что мы за них получим, узнаем потом. Внешний вид, сертификат на свободный опыт, бустеры голды, аватар на память, ну и, ребят, легендарный внешний вид к самому СТРВ-81. Кроме того, вы получите абсолютно бесплатный лото-барабан, и если вы не знаете, зачем нужен лото-барабан, то переходите по ссылке, которую я специально для вас положил в описании к данному видосу. Это видео расскажет вам, что такое лотерея на ВГ, которая сейчас проходит. Поверьте, там рассказано все максимально подробно. Если вас интересует абсолютно честный обзор на СТРВ-81, то его вы тоже найдете в описании к данному видео. И помните, пропустили один день, и СТРВ-81 от вас улизнул, ну и, соответственно, машину вы себе не собрали. Кроме того, стоит отметить, что поскольку СТРВ-81 тачка коллекционная, а проверенная информация в отношении того, какую компенсацию вы получите при обналичивании собранного вами сертификата на танк, я бы рекомендовал вам сделать так, как буду делать я. Поскольку СТРВ-81 у меня в коллекции есть, я планирую, когда соберу себе сертификат на данную машину, не обналичивать его, а сначала продам СТРВ-81, гарантированно положу себе 3750 голды в копилку, ну и уж потом обналичу сертификат и таким образом верну танк на его законное место. Вот такие вот, ребят, новости. Если вы хотите знать о том, что будет происходить в нашей игре заблаговременно, обязательно подписывайтесь на данный канал и пишите в комментариях свое мнение по поводу данной подписки. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.